С 15 апреля стартует широкомасштабная природоохранная акция «Сайгак». На протяжении одного месяца специалисты будут охранять пути миграции сайгаков. Стоит отметить, сайгаки не включены в Красную книгу Казахстана, но охота на них полностью запрещена до 2023 года. Согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан, меры наказания за незаконную охоту усилены. За тушу самца предусмотрен штраф в размере 6 миллионов 891 тысячи 750 тенге. За тушу самки или детенша штраф 4 миллиона 824 тысячи 225 тенге.